За ручки включаю форсаж. Да, я что и сделал, да. Ну смотри, у меня без форсажа 31. Ну, 31 меня. Ну, у меня 35,2. И пока растет еще. Вообще, конечно, туда можно одного этого отправить, Серегу. Умирать? Да почему умирать? Он как раз будет нормально прикрыт с двух сторон островами. Ну вообще да. И плюс его бронебойки, которые лупят. Да, 203 против всяких 152. Ну конечно. Это еще та тема. Серега, чуть-чуть дальше протаскивай, чтобы не вывернуть очень было. И между островами заходи. Я подтягиваюсь. Я просто потормозил, чтобы точку взять. Опа, нас объебали. Видите что? Серега, вставай там между островами и стой. Видали, как красиво? Сейчас Руми там разделают под орех, блядь. Нет, 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 им никто не дастся. Ну, да. У меня же хилка, ты смотри. Вот и все. Я в домике, меня нету. Только они пошли вас обходить. Да пускай обходит, стороны. Пускай обходит. Мы сейчас ихнюю точку заблокируем. Будет вообще хорошо. Андрей, дальше протягивает и боком стоишь к ним. Я протягиваюсь. Ой, Серега, 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 дальше. Это Серега. Извините, я путаюсь. Опс. Вот он встал, он там будет стоять этот. Пускай стоит, пускай стоит. Они все там за островом. Сейчас я чуть нос дам дальше. И мы посмотрим, кто кого объебет, блядь. Чёрст или кто-то другой. Смотри, у этого торпеда есть. Я знаю. Не забывайте. Ой, блядь, камни долбаные, блядь. А он их не пустит, он носом стоит. Сейчас я щерсу чуть-чуть прическу поправил. Блять, как тут камни стоят неудачно нахуй. Еще и причал какой-то, ну это пиздец просто, блядь. Блин, 4 цитадели, пипец. Удавили. Да блять, ты сука остался, какой красивый, блять. А у тебя? Бывает, что ты хотел. Ну, сейчас меня удавят, потому что у меня пушки не свелись. О, они протаранились просто, красавчики, блядь. А тебе нет? О, вообще отлично. Нет, они уйдут. Да нет, я думаю, зацепит вон второго уйдут, Фиджи, который... Уйдут, блядь. Оба падлы уйдут, блядь. Да ты смотри, да. Тебе никто еще не уходил так. Да нет, уже уйдут, уйдут. Ну было понятно, они быстро разобрались. Серега, не ставь борт, пожалуйста, уходи от него, может быть доберешь, блин. И у него торпеда есть. Он дурачок в дыбы решил спрятаться. Ты его в нос должен пробивать до жопы, блядь. Сейчас вот так вот иди, ага, отлично. О, пошла возня. Торпеды, торпеды левее. В остров не въедь. Нет, проиграем, блядь. Но он не подставляется. Понимаешь, он если будет вот так носом. А, ну вот, пипец. Да почему? Нормально он его пробивает. Просто у него перезарядка быстрее. У того, да. Ну да. Чуть-чуть не хватило, еще бы один залп. Да, да. Ну там его оставлять нельзя было, Серегу, между островов, они бы его забрали, блядь. Я торпедами, если бы промазал, не промазал, было бы намного лучше. Ну да. Я не думал. Хотя бы одна.